20-30-е годы вот за такими монтажными столами, или примерно такими, на киностудии «Ленфильм» работали знаменитейшие режиссеры. Козинцев, Трауберг, Эрмлер, братья Васильевы, Юткевич, Герасимов. И в этом же списке Эдуард Иоганссон. Эдуарда Иоганссона мы практически не знаем. Мы открываем его заново. Вот почему он был забыт и чем он замечателен, об этом мы сегодня и поговорим. Вторая половина 20-х годов. Время Сергея Эйзенштейна, Всеволода Пудовкина, Дзиги Вертова. Революция захватывает не только содержание большинства фильмов, но и сам киноязык. По экрану шагают массы. И человек на экране в первую очередь часть коллектива. Актеры не слишком важны, за них сыграет монтаж. Критики в восторге, зрители в недоумении. И тут кинопрокат взрывает картина, совершенно не похожая на все, что делается вокруг. Фильм «Катька. Бумажный ранет». Его поставили два режиссера. Один – Фридрих Эрмлер, будущий классик советского кино. Имя второго сегодня забыто. Его звали Эдуард Иоганссон. Васильевский остров в дореволюционном Петербурге – это район компактного проживания немцев. Здесь кирхи, здесь школы, здесь магазины, торгующие книгами на немецком языке. И здесь вырос наш герой Эдуард Иоганссон. Быть в немецком, как называли его, городе Петербурге немцем, это как бы быть сверхпетербуржцем. В некотором смысле для петербургских немцев родиной была не Россия, а именно Санкт-Петербург. И нигде Петербург не предстает таким прекрасным, как у Лансере, у Бенуа и в фильмах Иоганссона. К 1914 году Эдуард Иоганссон успевает получить приличное образование. А потом 6 лет воюет на фронтах Первой мировой и Гражданской. В начале 20-х поступает в Петроградский техникум экранного искусства, где знакомится с Фридрихом Эрмлером, будущим коллегой и товарищем. Ранее советское кино – это прежде всего такие блистательные режиссерские дуэты, как Козинцев и Трауберг, Зархи и Хейфиц, братья Васильевы. И вот на «Ленфильме» появляется новая режиссерская пара – Эдуард Иоганссон и Фридрих Эрмлер. Эрмлер – уроженец Режицы, сейчас латвийский городок Резекне. Бывший чекист, даже на занятия в техникуме ходивший в кожанке и с револьвером. Разные люди. Амбициозный, фанатически преданный партии провинциал Эрмлер и подчеркнуто петербургский Эдуард Иоганссон. Он очень интеллигентный, очень красивый, очень, ну, такой, так сказать, ну, нельзя сказать, что он барин, но настоящий русский интеллигент. И он в общении с людьми был таким же интереснейшим человеком. Ну, в общем, очень симпатичный был. Когда два режиссера работают над одним фильмом, они как-то по-разному распределяют свои обязанности. Вот Эрмлер и Иоганссон решили это дело исключительно радикально. В одном из павильонов «Ленфильма» перед съемкой фильма «Катька. Бумажный ранет» они сделали вот что. Эрмлер достал коробок спичек, вынул две спички, одну отломал кончик, а потом предложил Иоганссону тянуть. Иоганссон вытянул длинную, и поэтому он снимал только позитивную лирическую линию. А линия петроградской шпаны досталась Эрмлеру. Основная сюжетная линия фильма строится вокруг двух положительных персонажей. Катьки в исполнении актрисы Вероники Бужинской и Вадьки, которого сыграл известный актер немого кино Федор Никитин. Катька – беспатентная латошница, уличная торговка яблоками. Она беременна от некоего проходимца Семки. И вот, оказавшись в безвыходном положении, она встречается с Вадькой, опустившимся интеллигентом из бывших. Катька и Вадька, два одиноких и совсем не похожих друг на друга человека, должны сойтись, поддержать друг друга и воспитать будущего ребенка героини. Это основная лирико-комедийная линия фильма. Эрмлер снимал линию под лица Семки, его дружков-бандитов и уличной шалавы Верки. «Катька» становится самой кассовой советской картиной 1927 года.
Однако странным образом лавры не распределяются поровну, а достаются одному Эрмлеру, хотя его вклад в картину менее значителен, чем Иоганссона. Эрмлер не спешил опровергать распространявшуюся версию, согласно которой именно он являлся создателем «Катьки». Более того, будучи уже маститым режиссером, патриархом Ленфильма с длинным списком общепризнанных кинематографических работ и обладателем многочисленных сталинских премий, он не считал нужным упоминать имя своего к тому времени погибшего соавтора. Вот это вот такая странная зависть, я даже не знаю, как ее назвать. Не столько, может быть, даже человеческая такая зависть, может быть, это даже такая творческая, что ли, зависть. Она у него была. И он, кстати говоря, иногда в своих вот этих коротких воспоминаниях, таких развернутых воспоминаний он не написал, он даже проговаривается на этот счет о том, что вот он завидовал Фексом, допустим. И в такой же степени он, в общем-то, завидовал и Иоганссону. В «Катьке. Бумажный ранет» уже присутствуют два главных в будущем направления советского кино. Гуманистический кинематограф, в центре которого человек и человеческое счастье, и тоталитарное кино о мощи социалистического государства и ничтожестве классового врага. Эрмлер избирает второе. И его кинематограф оказывается созвучным магистральной линии советского искусства. Из всех режиссеров Ленфильма только Иоганссон снимает кино о людях и для людей и оказывается таким образом на обочине. Потому что государство считает кино идеологическим оружием, и ему нужны такие режиссеры, как Фридрих Эрмлер. В 1929 году выходит шедевр Эрмлера «Обломок империи», где в главной роли снялся все тот же Федор Никитин из «Катьки». На этот раз он играет царского солдата, потерявшего память в результате контузии и очнувшегося через много лет, чтобы увидеть всю разницу между мерзкой реальностью старой России и великими достижениями СССР. Эта картина должна была представить зрителю социалистический Ленинград, наполненный новыми дворцами культуры, жилыми домами для рабочих, стадионами, школами. Подобных строений в тогдашнем Ленинграде оказалось наперечет, и «Обломок империи» вынуждены частично снимать в Харькове, в то время столице Украины. Это дом Совета народного хозяйства в Харькове братьев Весниных, который, ничтоже сумнявшийся, Эрмлер переносит в Новый Ленинград. Вот город будущего, где есть Ленин, где есть этот харьковский особняк, и нет никаких монументов, нет никаких сфинксов, тем более нет медного всадника. Все мы сбросили. Это другой город. Конец Санкт-Петербургу. Есть Ленинград. Город, где люди живут в этих конструктивистских оранжереях, город, где люди ходят строем. Пока Эрмлер конструирует из подручных средств «Ленинград будущего», Эдуард Иоганссон продолжает снимать лирические комедии в классических декорациях Санкт-Петербурга. Каждый режиссер хороший придумывает город, который он снял. Невозможно уже находиться в этом городе и глядеть на него другими глазами. Он как бы навязывает оптику. Все мы помним, например, фильм «Данелли. Я шагаю по Москве». Москва Данелли. Вот Иоганссон придумал Ленинград. До него наш город снимали как мрачный мегаполис, давящий маленького человека. Такой новый Вавилон, чудовищное скопище людей и безобразных зданий. А Иоганссон решил, что наш город насыщен светом, что это теплый, почти средиземноморский город с разводящимися мостами, с белыми ночами, с уютными скверами, со скамеечками. Город, созданный для влюбленных. Лирическая атмосфера Ленинграда, созданная Иоганссоном в фильме «Наследный принц республики», совместное творчество режиссера и его оператора Георгия Филатова. Филатов делал «Белую ночь» не за счет того, что подсвечивал, то есть, героев, при этом ночь становилась сразу явно темнее, а наоборот нашел такой режим съемки, при котором действительно сохранялось вот это прекрасное ощущение питерской «Белой ночи», когда фактически как бы без теней.
Сюжет «Наследного принца» комический, бытовой. Жена сообщает мужу о том, что ждет ребенка. Эгоист-муж пугается и уходит из дома до той поры, пока она не передумает рожать. Он находит пристанище в компании заядлых холостяков, которые конструируют дворец будущего. В роли одного из них совсем молодой Георгий Жжонов. Его открыл для кинематографа именно Эдуард Иоганссон. Наконец ребенок рождается, но мать случайно теряет его. Наследный принц республики попадает к холостякам. Муж надеется, что все решится само собой, и он сможет вернуться к непокорной жене. Он пытается отдать ребенка на воспитание. Возмущенные холостяки изгоняют своего приятеля-эгоиста и возвращают наследного принца республики матери. Четверо веселых холостяков выстраивает макет будущего. Но когда появляется это будущее в виде конкретного очаровательного младенца, макет убирается в сторону, по-моему, даже сминается. Это макет. А это живой человек. Вот оно, настоящее будущее. Вот он, наследный принц республики. Вот и ему дорогу, создадим ему идеальные условия. А в число этих идеальных условий для выращивания будущего, если угодно, жертв во имя этого прекрасного будущего. Может жертвой, может оказаться и макет этого грандиозного дворца. У Эрмлера дети, как правило, так и не смогут родиться. Мы не знаем, забеременела героиня парижского сапожника, что там будет дальше, нам неизвестно. А беременную героиню Кристиан убивают, а если ребенок рождается, то его погребают по своими гусеницами фашистский танк, когда защищают родину. Разговор Эрмлера, он такой форсированный, на последнем дыхании. Будто человек читает какие-то стихи, например, стихи Маяковского о советском паспорте, патетические. У него не бывает вот просто солдаты, это солдат. Это патриот. Это вождь. Это крестьянин. И название фильмов соответствующее. «Великий гражданин», «Великий перелом». Она защищает Родину. Он сохранил вот эту вот свою, ну, скажем так, партийность до последних дней своей жизни. Он, для него, допустим, настоящей трагедией было, был доклад Хрущева на 20-м съезде. Я хорошо помню, как он здесь, в Доме кино, выступал с докладом. Вот в связи с разоблачением культа личности, он был членом правления Домкино, и ему, как старому партийцу, поручили сделать такой доклад. И он написал такой доклад. Но прочесть его он не мог, он просто расплакался. Хотя был бы, в общем-то, человеком сильным. В 1934 году с огромной помпой был создан Союз советских писателей, и Ленинградский союз построил для писателей маленькие, но отдельные квартиры на углу канала Грибоедова и Чебоксарского переулка. Вот одна из квартир этих. Здесь жил Михаил Михайлович Зощенко. А рядом с ним Шварц, Олейников, Веденский, Заболоцкий. Еще целый ряд замечательных людей, которые не понимали, что большинство из них здесь жили 3 года, до 1937-го. Это были люди, которые начали работу в относительно либеральные 20-е годы. И они так и оставались людьми 20-х в свинцовых 30-х. Юрий Николаевич Тынянов, один из этих людей, написал в своем романе «Смерть Вазир Мухтара» следующее. Они узнавали друг друга потом в толпе 30-х годов, люди 20-х. У них был такой масонский знак, взгляд такой, и в особенности усмешка, которую другие не понимали. Усмешка была почти детская.
людям 20-х годов досталась тяжелая смерть, потому что век умер раньше их. Это как бы о поколении Пушкина и Грибоедова во времена Николая I, но это, конечно, и о поколении Тынянова, Зощенко, Шварца, Олейникова и Агансона в 30-е. Евгений Шварц и Николай Олейников к середине 30-х не только писатели, но и киносценаристы. Эдуард Иоганссон заказывает им сценарий своего нового фильма «На отдыхе». Создатели картины помнят о знаменитой максиме Сталина: «Жить стало лучше, жить стало веселее». Но иллюстрируют ее в картине неожиданно и пародийно. Ну вот, например, эта сцена, когда, значит, огромный рояль, за роялем девушка в роскошном белом платье, значит, катки с пальмой, в общем, такая знойная такая атмосфера. Вот. И она с томным выражением лица играет на рояле одним пальцем собачий вальс. Вот вам классическая сцена с такого фильма. В каждой картине тех лет должно было присутствовать прямое нравоучение. Шварц и Олейников вкладывают его в уста нелепого старикашки, который на протяжении всего фильма бессловесно дремлет в кресле. Молчите, я знаю, что вы мне скажете. Кто мне нужен для Тани? Для Тани мне нужен человек, понимающий, что мы живем радостное и ответственное время. Сюжет картины «На отдыхе» откровенно провокационен. Если интрига крестьян Эрмлера закручена вокруг разоблачения кулака предателя, то «На отдыхе» рассказывает о том, как одержимые бдительностью отдыхающие совершенно безосновательно подозревают во всех смертных грехах героя страны, знаменитого полярника. Совершенно официально. Не верьте ему. Он не он. Нет, нет, то есть он. Но не тот он, про которого вы думаете, что он. «На отдыхе» – последняя работа Эдуарда Иоганссона в большом кино. После разгромных рецензий картину положили на полку. Полнометражные фильмы Иоганссону снимать больше не позволят. Возможно, сыграла роль и немецкое происхождение режиссера. К концу 30-х немцы не вызывают доверия властей. 25 июня 1937 года Ежов издает оперативный приказ номер 00439, по которому очередная волна репрессий должна ударить по целому ряду потенциально опасных национальных контингентов, в первую очередь немцам. После запрета картины «На отдыхе» следы Иоганссона на время теряются. Есть смутные сведения, что пару лет он отсидел, но в архивах КГБ дело его обнаружить так и не удалось. Доподлинно известно, что перед войной он трудится на маленькой студии рекламных фильмов в Ленинграде. Часть художественных фильмов Иоганссона сохранилась, потому что художественные фильмы вообще, они подлежали архивации. А вот пленки с его рекламными фильмами нету, и о них мы можем судить только по сценариям. Вот один из них. «Зима. Девочка заболела. Родители обеспокоены, вызывают доктора. Доктор говорит: да, вот было бы лето, были бы помидоры, девочка бы поела помидоров и выздоровела». И уходит. Девочка мечется в жаре, а Мишка, ее игрушечный Мишка, выходит на улицу, идет в магазин и покупает томатный сок. Девочка выпивает этот сок, и ей становится значительно лучше. Реклама томатного сока. Он очень много делал на Ленфильме хороших фильмов. И поэтому к нему относились очень, так сказать, ну, с уважением и прислушивались к его каждому слову. Поэтому он уже невольно, ну, как бы неофициально, но был главным художественным руководителем и главным режиссером, что ли, всех вот этих начинаний рекламфильма. Кроме самих рекламных роликов, режиссером студии «Рекламфильм», позднее она называлась «Студия малых форм», приходилось снимать так называемые фильмы-песни на агитационные темы.
бралась какая-нибудь популярная песня и сопровождалась произвольным зрительным рядом. Брали хронику, брали кадры из игровых фильмов. Все это дело монтировалось, снабжалось субтитрами, с тем, чтобы зрители, которые сидят в зале, могли подпевать. И показывались такие фильмы, песни перед большими фильмами в кинотеатрах. В фильмах, песнях 30-х можно разглядеть прообраз нынешних видеоклипов и караоке. Стоит наш флот на страже мира, у серебристой кровки льда. Здесь наш Сергей Миронович Киров построит в тундре города. Бежим по море, думая, пути куда все новое, на нашей море светит понятная звезда. И на врага уверен, на прыжок мы видим северный, на вашей красном флоте своя, как всегда. Время лирических комедий в советском кино еще настанет. Режиссеры станут говорить на одном языке со зрителями. Пафос уступит место нормальной человеческой интонации. Это произойдет в 60-е годы, когда появятся фильмы Марлена Хуциева, Георгия Данелии, Эльдара Рязанова. Фридрих Эрмлер до этого времени дожил, но места в новом кинематографе ему не нашлось. «Сегодня мне тоскливо. Я живу долго, а сделал мало, очень мало». Меня обступили образы моих незавершенных замыслов. Мне осталось больное сердце. И все. Из дневника Фридриха Эрмлера, 1965 год. Можно сказать, что пришла пора Иоганссона. Но сам Иоганссон этого уже не увидел. И само имя его было прочно забыто. За моей спиной памятная доска, на которой несколько сотен ленфильмовцев, погибших в годы Великой Отечественной войны. В основном это те, кто умер от голода в блокаду. Правило было такое. Если человека эвакуировали, он выживал и работал. Если он оставался в городе, он, скорее всего, умирал. Чаще всего умирали мужчины. Поэтому человек, который решал, кого эвакуируют по дороге жизни или самолетом, а кто останется в городе, определял, в общем, жизнь и смерть своего коллеги. Человеком, который определил то, что Иоганссон умрет, был его товарищ по кинотехникуму Фридрих Эрмлер. Он не внес его в список тех, кто должен был эвакуироваться. Соседи Иоганссона по коммунальной квартире вспоминают, что последние свои дни он проводил у набережной Черной речки, сторожил аппаратуру киностудии «Ленфильм». Немцев арестовывали и высылали по всему Ленинграду. Эта участь должна была неминуемо постигнуть и Иоганссона, но он умирает, прежде чем у НКВД дошли руки до опального режиссера. Его жена Антонина Абрамовна Шац заказала гроб, что в блокадные времена было чудом. Но отдельной могилы так и не нашлось, тело вынули из гроба. Место захоронения Эдуарда Иоганссона неизвестно. Такое физическое исчезновение – закономерный финал для ленинградца из того блестящего поколения, что принято называть людьми 20-х годов. Исчезли поэты Олейников, Хармс и Введенский. Неизвестны могилы Всеволода Мейерхольда, Осипа Мандельштама, Николая Пунина. Пропал ленинградский писатель Леонид Добычев. Этих людей не просто вычеркнули из истории, их стерли с лица земли. Не метафорически, а буквально, физически, всерьез, не оставив, как тогда казалось, следов преступления. Занятие русской историей напоминает как бы фотопроцесс. Вот у нас есть старые негативы, мы много раз их проявляли и не обращали внимания на какие-то периферийные фигуры. И вдруг оказывается, что эти периферийные фигуры и есть главная фотография. И смысл фотографии, смысл исторического процесса, культурного процесса меняется. У нас периферия становится центром. То, что казалось второстепенным, становится главным. Так вот случилось и с замечательным режиссером Эдуардом Иоганссоном. Он постепенно на наших глазах становится центром процесса создания советского русского кинематографа.